Всем привет, это Gadget X. Компания Blackviewer представит обновленную линейку суперавтономных смартфонов. Компания Blackviewer в скором времени анонсирует сразу три смартфона P-серии с емким аккумуляторами. P6000, P6000+, будут оснащены батареей на 6180 мАч и экраном с соотношением сторон 18:9. Модель P10000 получит более продвинутые характеристики и с обеих сторон будет покрыта стеклом. P6000 оснастят 5,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD, 8-ядерным процессором MediaTek Helio P25, аккумулятором на 6180 мАч, корпус из стекла и металла. Благодаря емкой батарее новинка сможет заряжать другие мобильные устройства. Толщина корпуса P6000 составит 9,8 мм. Сзади расположится двойная основная камера на 21 мегапиксель, спереди 8-мегапиксельная фронталка. Blackview P6000 поступит в продажу на следующей неделе, в канун католического Рождества.